слушаете «Радио Болткома». Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплека». На радио «Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Подоплека» принимает участие экс-министр здравоохранения, человек с великолепным академическим образованием и предприниматель, фармацевт с большим стажем Гунта Избылевич. Добрый день. Добрый день. И мы обсуждаем тему, которая, наверное, волнует очень многих людей, поскольку эта тема, ну, буквально затрагивает, наверное, каждого. Это онкологические заболевания и то, что в нашей стране довольно-таки высокий показатель смертности от таких заболеваний. И по инициативе Гунта Избылевича в свое время, когда он довольно короткое время был министром здравоохранения в нашей стране, министром здоровья, вернее, правильнее сказать, была введена программа «Зеленого коридора». То есть идея была в том, чтобы обеспечить больным, у которых есть подозрения на онкологию, своевременную диагностику, своевременное лечение и качественное лечение. Затем эту идею реализовывала преемница Гунтиса Анда Чакша. И вот финансирование этой программы закончилось пару лет назад, и больше об этой программе не говорят, и проблема никуда не делась. Более того, наверное, в каких-то моментах она усугубилась в связи с ковидом. И вот обо всех этих проблемах мы сегодня хотим поговорить. Телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, делиться своими впечатлениями. Если вы сталкиваетесь с этой проблематикой, что вы считаете актуальным, что вы считаете необходимо решать вот как можно быстрее. И какие меры, может быть, ждете от государства для того, чтобы облегчить людям, столкнувшимся с этой тяжелой диагностикой, с тяжелым диагностированным заболеванием, продлить свою жизнь, обеспечить качество жизни и как можно дольше продуктивно трудиться, быть со своей семьей, быть со своими друзьями. Ну и наслаждаться жизнью, как и все мы. Итак, Гунтис, идея зеленого коридора. На чем спотыкались раньше пациенты и каким образом вы предлагали решать эту проблему, чтобы ускорить вот этот диагностический лечебный курс и обеспечить лучшее качество лечения? Я немножко с небольшой оговоркой начну. Я на самом-то деле был министром здравоохранения долгое время, 19 месяцев. К тому моменту это было, я был третьим по длительности министром здравоохранения. Да. Это был период коротких правительств, да, у нас какое-то время. И до меня госпожа Цирцена и Гондарс Бержнич были более долгое время министром. И идея зеленого коридора, она правильная идея, но ее введение... Реализация в жизни, она зависит от дополнительного финансирования. И в условиях ограниченного финансирования, увеличения финансирования, на самом-то деле, она не поддается решению этой проблемы. И если раньше люди очень долгое время ждали на диагностику своего ракового заболевания, и то когда министром была госпожа Чакша, надо отдать должное, ей удалось дополнительное финансирование направить на то, что на диагностику ждать не надо, но все равно это бутылка с узким горлом. Если раньше пациенты ждали и на диагностику, и на лечение, то ждать лечения после диагностики, зная, что у тебя рак,
и какой рак. Это психологически более даже трудно. И вы знаете, на самом-то деле ковид все нарушил. Я думаю, амбулаторные услуги во время ковида, они все как-то ограниченно оказываются. И это как-то все пошло в песок в настоящее время. Особенно жалко вот что. Сейчас на самом-то деле денег на медицину существенно больше, чем в мое время, в 2015-2016 году. И с помощью этих денег, к сожалению, не решена ни одна из проблем, больших проблем окончательно. Я поясню. Когда я стал министром в конце 2014 года, у меня на 2015 год было увеличение бюджета министерства всего на 11 миллионов по сравнению с 2014 годом. И я мог решить, так сказать, на что эти деньги будут направлены. Угу. Тонким слоем размазаны по всем проблемам, и никто не почувствует, или будет решена какая-то действительно проблема. И я решил эти деньги направить на проблему решения С-гепатита. Это было инфекционное заболевание, и есть инфекционное заболевание. И до 2015 года лечились больные так называемыми пегалировыми интерферонами, целый год лечились страшными побочными явлениями, и была доплата пациента, 25%, которая ежемесячно составляла примерно 200 евро, то есть из кармана пациента за год 2400 евро, и очень многим это было не по карману, и очень многие молодые люди, которые болели С-гепатитом, просто покидали нашу страну, переезжали и жить, и работать в других странах, потому что там сразу получали лечение. И дело дошло до того, что нам, государству, европейские структуры указывали, что если мы не будем решать эту проблему, тогда жители Латвии не смогут свободно ездить в соседние европейские страны, угу. Потому что мы опасны для всех. И я направил эти деньги на лечение С-гепатита самыми современными медикаментами, очень дорогими. Курс лечения тогда стоил 40 тысяч евро. 100% оплата со стороны государства. И производители обещали, что лекарства эффективны 98% случаев. И мы договорились с производителем лекарств, что мы будем платить только за вылеченные случаи, а за те случаи, когда лекарство не помогло, мы платить не будем. И знаете, и все производители согласились. Удалось ввести регистр пациентов С-гепатитом. Он, на мой взгляд, сейчас единственный функционирующий регистр. И мы эту проблему решили. И сейчас, когда очень много денег дополнительно, их можно ведь было пустить на решение таких проблем для пациентов, от которых на самом-то деле люди больше всего умирают. Это известно, это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. И вот там можно было решить эту проблему следующим образом. Вот тогда бы решалось, тогда был бы зеленый коридор. Зеленый коридор – это тогда, когда не надо ждать в очереди ни на что. Угу. А эту очередь государство создает само. Вот это узкое горло бутылки, горлышко, это государством созданное, потому что только государственные больницы в договорных отношениях с Национальной службой здоровья, с государством, и получают деньги за лечение. За оказывание вот этих услуг онкологических больным. А сейчас, когда было много денег, надо было частная медицина, которая в Латвии очень сильная, надо было выделить не то что квоты, платить каждому случаю, чтобы деньги следовали за больным онкологическим. Угу. Вот если он пойдет в практику онколога или пойдет в частную клинику онкологическую, которая тоже строится и готовы начинать работать,
тогда эту проблему можно было бы решить, если деньги бы следовали онкологическому больному. Плюс сейчас закончу, да. Реализуя дальше эту идею, что ведь очень многие онкологические, ведь есть виды рака, достаточно много их, которые прекрасно поддаются лечению, и люди увеличиваются, и есть виды рака, где очень существенно увеличивается продолжительность жизни, и вот в этих случаях тоже можно было договориться с производителями этих дорогих лекарств, что государство платит полностью, не пациент, а государство, но только в тех случаях платит производителю, когда случилось излечение полное. Или, то есть, когда производитель реализовал свое обещание. Да. Ведь есть методы диагностики, которые вот, позволяют констатировать, есть одна, то есть нет ни одной клетки рака больше. Вот это ПЭТ-диагностика с радиоизотопами. В Латвии в нескольких местах эта диагностика доступна. Можно было лечить и проверить, излечен, и тогда заплатить за лекарство. И потому что сейчас все больше видов рака, которые можно излечить полностью, и лекарство изготавливается, по сути дела, уже индивидуально. Но эти лекарства очень дорогие, они людям не по карману. Государство могло было бы заплатить за это, потому что самое ценное, что есть на самом-то деле, это человек в государстве. Ну, вот по поводу «деньги следуют за больным» сразу напрашивается вопрос, не получится ли так, как, допустим, вы за эфиром говорили о наблюдении там, беременных, да, что фактически для врачей-гинекологов государственная оплата вот этих услуг превратилась ну, в какую-то кормушку. То есть вы они знаете, назначают эти визиты можно, очень часто. Можно я немножко возражу? Да. Ну, частично, по крайней мере. Угу. На самом-то деле, в условиях ограниченного финансирования нельзя сделать всех специалистов частными одновременно. Угу. У нас семейные врачи, они являются частными врачами, и их медицинские учреждения, их практики состоят в договорных отношениях с Национальной службой здоровья. А из других специальностей только гинекологи, госпожа Цирцина, которая была два раза министром. Да. Ну, это естественно и понятно. Она сама гинеколог, она понимала эту проблему, и она решала проблему матери ребенка. И вначале эта программа была на 3 года, сейчас она стала постоянной. И суть этой программы состояла в том, что не все услуги, оказанные гинекологом, оплачивает государство, но только визиты беременных женщин. И этой платы было достаточно, чтобы большинство гинекологов открыли свои частные практики. Это привело к другой проблеме. Никто не хотел больше работать сутками, дежурить в родильных отделениях, и врачи ушли оттуда. Это отдельная немножко проблема. Но сейчас, когда... Ну, сейчас практически денег практически 2 раза больше в медицину, чем в мое время, можно было бы сделать таким образом, что деньги шли бы за онкологическим больным, и тогда все равно куда он пойдет, государственное учреждение медицинское или частное, и вот тогда это был бы зеленый коридор. Пока этого нет, зеленого коридора не может быть по определению. И это подразумевает и 100% оплату за лекарства со стороны государства, потому что это же деньги, выброшенные коту под хвост, если человеку провели диагностику и назначили лечение лекарствами, а он идет домой и смотрит, себе не может позволить или доплату, частично оплачиваем государством медикаментом, не может позволить, и поэтому не лечится. Смотрите, столько людей работало и столько средств было потрачено,
диагноз установили, а человек не лечится, потому что не может заплатить за лекарства. Вот эти случаи должны были бы сейчас, когда дополнительные деньги есть такие огромные, должны были бы искоренены и от заболеваний, от которых люди умирают. Государство должно сделать зеленый коридор, оплачивая все, включая лекарства эффективные, 100%. Вот это зеленый коридор. И эта идея, она, мне удалось договориться о реализации этой идеи, такого подхода. Мне повезло быть министром в то время, когда, и я пока единственный министр здравоохранения, который был главным министром здравоохранения Европейского Союза, потому что... Президентура была. Была президентура, да. Это уникальный случай. И будучи в таком положении... главного министра здравоохранения Европейского Союза, у меня была встреча с самым высоким руководством концерна Хоффман-Ла-Рош. И Латвия маленькая страна. И вот зеленый коридор подразумевает излечение, но оно, в свою очередь, возможно только в том случае, если поставлена точная диагностика. Значит, наши лаборатории, которые диагностируют, это гистологические лаборатории, они должны быть поставлены на совершенно другой уровень. И я договорился, что фирма сделает латвийскому государству подарок, оборудование за 6 миллионов за центральную такую лабораторию. Я обговорил эту идею с премьером, с госпожой Страумой, которую я очень уважаю, и мы решили принять этот подарок и начали работу в этом направлении, чтобы создать такую лабораторию, одну, которая могла принять этот подарок в виде оборудования. И смотрите, у нас есть онкологические болезни, то есть больницы, которые лечат онкологию в Даугавпилсе, в Лиепае, детская больница, онкологический центр. И, по сути дела, для диагностики очень важно взять образец ткани, и посмотреть в микроскопе, и распознать клетку опухоли. И нет у нас таких специалистов во всех названных местах. Кто-то распознает один вид клеток лучше, кто-то другой. И таких специалистов мало, и они должны были сидеть в одном месте и смотреть картинки. Не надо этого человека держать или гонять, или держать в Даугавпилс. Там должны взять образец, его соответствующим образом обработать, там, залить в кубке небольшом кусочке парафина, сделать очень тонкий срез на предметное стекло, поставить под микроскоп, сфотографировать, картинку передать. Это во время операции. Вот брюшная полость открыта, и все эти процедуры можно сделать и получить точный диагноз при современном оборудовании. И, к сожалению, эта идея, она не была со стороны врачебной общественности поддержана с восторгом. Почему? Это отдельная история. Это отдельная история. Ну, вы знаете... Я в мемуарах напишу про это. Я не знаю насчет мемуаров, но вот что меня сейчас уже вот конкретно поразило. Первое, это то, что вы смогли... договориться с производителем лекарств о том, что вы оплачиваете только вылеченные случаи, для меня это кажется фантастикой. Не знаю, как радиослушатели на это прореагируют, насколько это распространенная практика и вообще в мире, или это ваше изобретение, и как вам удалось это добиться. И второе, это что у нас есть такое представление, что любые партии, которые приводят своих людей в министерство, стремятся поделить некие бюджеты, и от этого у них какие-то блага происходят, ну, будем так говорить, мягко, да? А вы тут вместо того, чтобы осуществлять закупки многомиллионные, получаете подарки... На 6 миллионов евро. Хотели получить, Латвия не приняла этот подарок. Значит, госпожа Чакша, которая была преемником этого дела, она не считала это важным и нужным.
Смотрите, не приняла диагностическую лабораторию? Ну да, но ее ведь нету, такой центральной. Этот подарок не принят, оборудование осталось в Швейцарии. Смотрите, фирма Hoffmann La Roche, она уникальна в двух аспектах, особенно в онкологическом. Во-первых, это фирма, которая делает лекарства с очень длинной историей, больше чем 100 лет. Особенно успешно лекарства, которые эффективно лечат онкологию. И второе, у фирмы Hoffmann La Roche, они родоначальники лабораторного дела. Mm. У них есть для лаборатории, и не только для лаборатории, то есть для анализов крови, для биохимии, все, и реагенты, и оборудование. У них есть оборудование и диагностика и для других видов анализов, в том числе и для гистологических. Угу. Поэтому это был уникальный случай говорить, уникальная возможность говорить с господином Шваном, который руководит всем концерном. И мне как-то удалось договориться. Способствовало, конечно, этому еще и то, что я очень хорошо владею немецким языком. Это вызывает симпатию. Ну да, вы же учились в Германии. Да, угу. И сама идея, она ему показалась прекрасной. Угу. Но у нас маленькая страна, меньше, чем 2 миллиона населения. Соответственно, количество онкологических больных тоже обозримо. И идея была, мне удалось продать ему идею, что на примере маленького государства можно было бы разработать и показать всему миру совершенно новый вид компенсации лекарств. Потому что когда лекарство стоит там, 40-50 тысяч и 100 тысяч для одного пациента, тогда, естественно, они должны не просто быть съедены или там, уколоты, эти лекарства, они должны спасти жизнь. И вот тогда это работает. И мы решили вот на примере Латвии это показать всему миру. И это, естественно, требует... Вот такой подход к лечению, он требует очень точную диагностику. Угу. Поэтому диагностика должна быть на суперсовременном уровне. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу и продолжим разговор с Гунтисом Белевичем. Будем ждать ваших звонков. Радио Балтком. Слушайте радио Балтком.
Добрый день еще раз. Продолжаем программу «Подоплека». Обсуждаем сегодня лечение онкологических заболеваний и проблему зеленого коридора. В студии сегодня находится экс-министр здравоохранения Гунтис Белевич. И мы рассказали вот буквально в первой части программы о том, какую прекрасную идею он пытался реализовать, будучи министром. Это идея приобретения современной, вернее, даже не приобретения, а получения в дар от швейцарской компании Hoffmann and La Roche диагностической современной лаборатории, которая стоила 6 миллионов евро, которую компания готова была подарить. Более того, она была бы частью программы лечения больных, которая бы компенсировалась государством. Зеленый коридор на этом можно было построить. И это был бы реальный зеленый коридор, но, к сожалению, эта идея не реализовалась. У нас есть звонок, давайте послушаем. Надевайте наушники, Гунтис. Добрый день, говорите. Добрый день. Ну вот если внимательно слушать, вот все, что говорит в данном случае господин Белевич, ну вот тут трудно подобрать эпитет. Волосы встают дыбом, уши заворачиваются. Вот вы задаете вопрос, он говорит, это отдельная история, почему это лаборатория. Отдельная история. Напишу в мемуарах про Чакшу, про лабораторию. То есть вместо того, чтобы хоть чуть-чуть открыть вот эту суть происходящего в медицине, эту дикость, эту запредельную, вы говорите о том, что в Швейцарии то-то, 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 и вы им продали то-то, то-то, то-то. Еще раз, вот внимательно, если слушать, вот просто внимательно, то просто я не знаю, вы вообще нормальные люди или нет там? Спасибо за комментарий, он очень на самом-то деле точный. И есть вещи, которые можно говорить сейчас, и есть вещи, которые можно сказать для красного словца, но это ничего не изменит. И, ну, вы знаете, врачи говорят, что все больные смертные. Я тоже. Мне тоже надо будет попадать в больницу, наверное, в Латвии. Угу. И на самом-то деле ситуация такая, что в медицине участвуют большие, так сказать, игроки и силы, это ведущие, это очень сильные и знаменитые врачи, и у них тоже есть свои интересы. Но проблема заключается в том, что назвать человека или имя, это ничего не меняет, потому что у нас других нет. У нас только мы и такие, как мы есть. Mm-hmm. То, что можно сделать было, медленно меняться в лучшую сторону. Если я кого-то ловил за руку, я не выгонял или там, не вызывал прокуратуру, я сделал такие условия, что такое больше нельзя было сделать. Угу. Это все равно вызывало ненависть ко мне, и я наживал врагов. Но нельзя, и это неправильно, называть имена конкретных людей, они в медицине, они светилы. Мы без них не можем, больные без них не могут. Угу. Они людей спасают, но у них есть свои интересы. И они их реализуют через министерство, получается, или влияют на министерство, конечно, чтобы свои интересы, конечно, защитить. Конечно, если мы говорим, например, про тарифы, мы видим, что есть тарифы, которые очень щедро пролоббированы. Есть тарифы, которые не так щедро пролоббированы. То есть каждый, так сказать, там есть между этими игроками, так сказать, в их силе большая разница. Многие из них или некоторые из них умеют играть политические игры. У нас ровно столько, сколько нас есть, нас мало. Выдающихся врачей, среди врачей они есть, но их тоже мало, и надо, чтобы они лечили людей. Вот это моя гражданская позиция, и это может кому-то показаться дикостью, если ты ловишь вора за руку, но он знаменитый врач, угу. Да? И сделай условия. Он не должен сидеть в тюрьме. Он должен продолжать лечить людей. Я считал следующим образом. Если я осознал проблему, я строю систему таким образом, чтобы это больше не повторилось.
и, скажем, и в своем частном бизнесе, в своих фирмах, если мы ловим, есть люди очень изобретательные, они сразу открывают, скажем, в моей аптеке свою аптеку, когда я ее ловлю за руку, что мне делалось с этой заведующей? Ну, надо сказать спасибо, что она улучшила мою систему, я сделаю таким образом соответствующее IT-решение, что вот это больше, такая кража невозможна. Она помогает развивать мне. И я говорю, ну, если она еще раз делает, я опять улучшаю систему, я говорю, дорогая, ты настолько умная, мы просто вместе работать не можем, понимаешь? А на уровне государства? А на уровне государства как? Совершенно другая ситуация в больших странах, там, где люди учились в разных медицинских университетах, да, и где медицинское образование можно, например, там, в России или в Германии. Угу. У нас все друг друга знают, или ученики, или вместе учились, или тот мой учитель, или тот мой или студент. Сосед. Или, угу. Ну да, да, да. Друг семьи. И нам как-то... В этой ситуации тоже надо жить как-то по-человечески. Угу. Есть звонок еще раз. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Вы знаете, иногда даже мы сами люди виноваты. Вот у меня была знакомая, она идет к врачу, она его вообще не знает, ее первый раз туда послали. Но она потом приходит рассказывать, вот я ему 50 там евро или латов дала, и потом через какое-то время, а он ничего не сделал. Так а зачем ты ему заранее это дала? Вот у меня папа, когда лежал в больнице, мама принесла перед операцией, я помню, коньяк и бальзам врачу. Он не взял, он сказал, посмотрим, что будет после операции. И после операции он взял бальзам, сказал, трудно достать, и поэтому я возьму. Вот такие дела бывают. Ясно, понятно. Ну, подношение врачам или благодарности, как мы помним по президенту Затлерсу, это тоже тема, которая, наверное, будет всегда, но сейчас, наверное, речь не об этом, а все-таки вернемся к зеленому коридору и вспомним о том, что говорили общество врачей вот в наших же эфирах ранее на радио, мы эту тему уже обсуждали. И они говорили, что в сегодняшних условиях при том подходе государства, который, ну или Министерства здоровья, которое существует к приобретению, финансированию лекарств для лечения онкологических заболеваний, зеленый коридор – это коридор к смерти, потому что в результате этого коридора ты получаешь лечение старыми препаратами, которые тебя... и лечат, и в той же степени, или, может быть, в большей калечат. Вот, Латвия сильно отстает от других стран, даже Эстонии и Литвы, во внедрении инновационных препаратов, целевой терапии, иммунной терапии для лечения онкологических заболеваний. Можно ли эту проблему решить, Гунтис? Эту проблему можно решить. Мы уже говорили на эту как эту проблему можно было бы решить. Это все зависит от видения министра, хочет он эту проблему решать или нет. И когда есть дополнительные деньги, тогда, а дополнительных денег сейчас было очень много на медицину, и я думаю, и на следующий год будет увеличение бюджета министерства, и было бы хорошо, и это действительно было бы на пользу наших людей и нашего государства, если бы государство сделало бы зеленый коридор до конца, подразумевая лечение, так сказать, вылечивание онкологического заболевания, все больше видов рака поддается лечению, все более современные медикаменты появляются, и это подразумевает 100% оплату со стороны государства и искоренение очередей к врачам-специалистам, поэтому эту надо разрешать, эту услугу оказывать и частным медицинским учреждениям, и не только государственным, и надо ввести принцип, что деньги следуют за раковым больным. Вот это зеленый коридор. Скажите, Гутис, а как вы считаете, вот министерство могло действовать в данных обстоятельствах, если, ну да, реально денег стало больше, но эти же деньги идут сейчас как бы на кампанию борьбы с ковидом, да, и у нас даже статистика сейчас как бы
делится на все прочие заболевания, и ковид при этом, конечно, имея этот вирус, люди умирают не от самого вируса, а от каких-то своих основных заболеваний. Вот именно. Люся, вы знаете, на самом-то деле мы, да, все силы брошенные на борьбу с ковидом, на вакцинацию, с которой у нас дело не так спорится, как хотелось бы, но представим ситуацию, что все население наше привито. Да. Проведены клинические испытания, можно вакцину применять и детям моложе 12 лет, и все привиты. Что мы будем думать, что это универсальное средство от бессмертия? Люди будут жить вечно? Нет, они будут умирать. И когда, если у человека, который умер, он будет умирать своим конкретным заболеванием, которым он болеет, или сердечно-сосудистым, или онкологическим. А мы напишем, что это осложнение от вакцины. Нет, смотрите, вот сейчас это как раз начинается самое интересное. Во время ковида мы сделаем ПЦР-тест такому больному, и окажется, что у половины, как сейчас в Англии, у 40%, есть ковид. Это означает, он вакцинированный? Да. То есть, я неправильно сказал. Значит, у 40% умерших, они вакцинированы от ковида, и при встрече с вирусом ковида они от чего умерли? От онкологического заболевания или от ковида? Нам надо признать все-таки, что люди умирают. Есть ковид или нет ковида, провакцинирован или не провакцинирован, он умирает от своих конкретных заболеваний. И нас, когда я учился на врача, нас учили проводить дифференциальную диагностику. И такие симптомы, как при ковиде, есть и при других заболеваниях. И я опасаюсь следующей вещи, что... Чем больше будет в нашем обществе провакцинированных людей, тем более часто будут случаи, что люди получили вирус ковида, он провакцинирован, но умер. И как мы тогда людям объясним, помогает ли вакцинирование? Угу. Или не помогает? Да. И это будет отрицательно влиять на желание вакцинироваться. А я как? Вообще сам провакцинирован. Да. И, поэтому вы сидите в студии, а не говорите, да, с нами меня по есть, скайпу. У меня есть, у меня есть сертификат соответствующий. И мне кажется, что мы делаем радикально неправильные вещи. Мы людям, которые не вакцинированы, но у которых очень высокий там, уровень антител в крови, мы не признаем, что они болели. Угу. Но на самом-то деле это же было желание государства так вести дело. Да. Если в семье один заболел с ковидом, со симптомами тяжелыми, ему сделали там тест ПЦР, констатировали, что он больной, его поместили, скажем, в больницу, у него дома... люди, там, члены семьи, персоны, то, да. тоже имели симптомы, но более слабые, ему никто же не делал тест на ПЦР. Угу. А сейчас мы говорим, они не болели. Мы говорим, у нас нет доказательств, что они болели. Угу. Антитела – это только одна сторона иммунитета. Нет у нас сведений по поводу клеточного иммунитета и уровня этого ответа. Но по поводу клеточного уровня ответа таких анализов нет. Угу. О чем мы про это говорим? Да. Мы с одной стороны говорим, что ПЦР-тест диагностирует ковид, хотя на самом-то деле это не всегда так. Угу. Он диагностирует и обломки вируса, которого еще в организме остались, и которого давно уже нет в организме. Угу. И мы говорим, что у него ковид. И, на мой взгляд, надо было сделать массовое тестирование людей на антитела. Может оказаться, что мы уже достигли уровня там, 70 или 85% популяции в общей сложности провакцинированных и переболевших. Угу. Чем мы заставляем детей вакцинироваться?
Понимаете, тенденция же идет какая? Если взрослые не идут, давайте, вместо, давайте детей. И угу. все время будут снижать эту границу. Сейчас от 14 лет, да, можно ребенок прийти без разрешения родителей, без родителей вакцинироваться. Мы такие, ну, все-таки надо признать, что это гигантский опыт на самом-то деле. Ну, может быть, это не наша инициатива, ведь, насколько я понимаю, вот эту идею о том, чтобы не признавать переболевшими тех, у кого есть сывороточные антитела, это европейская общая такая тенденция. Вы знаете, Люся, можем... на самом-то деле, ну, у нас ведь тоже люди понимающие. Ученые. Я понимаю, что Всемирная организация здравоохранения не советует делать абдукции, то есть секцию после смерти. А есть в Германии, например, одна земля, Гамбург, где каждому делают секции. Да. И они говорят, у нас все люди, которые имели ковид, они умерли не от ковида, они умерли от какого-то другого совершенно конкретного заболевания. И это, на мой взгляд, неправильная рекомендация. Также и рекомендации по поводу не признать, если есть такая рекомендация, не признать людей с высоким титром антител в плазме крови, не признать переболевшими, заставлять их еще раз вакцинироваться. Если у меня было бы высокий титр, я не шел бы вакцинироваться, я же считаю себя защищенным. Конечно. Ну, смотрите, клещевый энцефалит рекомендуют через определенное количество лет. Но врачи, которые умные, они говорят, перед тем, как ты вакцинируешь в следующий раз, давай померь, может быть, у тебя достаточная защита, и тогда не надо. И никакой клеточный иммунитет мне не говорят, мне антитела измеряют. Но это же тоже вирусное заболевание. И мы как-то лукавим. Мы не говорим про здоровый образ жизни, не пропагандируем его, а пропагандируем только вакцинироваться. Да? У нас есть центры вакцинации, и деньги упущены на это дело. И потом оказывается, что эта реклама как-то не дошла до... потребителей. До русскоговорящих людей. Да, ну что вы, ребята, как же вы тогда это планировали? Да? И у нас то есть вы считаете, плохо. Что Латвия могла бы как бы жить своим умом и в планировании или в выстраивании Конечно. Своего общественного Конечно. Здоровья руководствоваться принципами здравого смысла, а не какими-то указивками сверху? Значит, надо прислушиваться указами сверху, но помимо этого мы свою определенную политику тоже могли бы реализовать. Ну, например... Например, вот в этом паспорте вакцинации ковида или сертификате с этим QR-кодом надо было и ввести еще строчку «дата и уровень антител». Вот был бы статистический материал обработать, тогда мы бы знали, после какой вакцины надо делать ревакцинацию, не надо ли. Да? Денег же немерено. Это я не фантазирую, я цитирую господина Каринша. Денег столько, как еще никогда не было. Ну давайте сделаем, так сказать, исследование нашей небольшой популяции, наших людей, и померим. Может быть, мы все-таки... почему мы так успешны с ковидом? Мы чем особенные? Может быть, мы переболели часть уже? И тогда не надо психоз нагнетать да, по поводу, как заставить или привлечь там, людей дополнительно вакцинироваться. Если у человека высокий уровень антител, тогда, наверное, не надо. Отстаньте. Да, отстаньте, да. И по поводу вакцинации, я думаю, что существенно повлияло бы на темпы вакцинации. Я вообще, как я уже сказал, я провакцинирован, и члены моей семьи провакцинированы. Существенно повлияло бы на желание вакцинироваться возможность выбрать вакцину. Как правило, я только один раз читал в новостях, что где-то в Даугавпилсе в одном центре было то ли две, то ли три вакцины одновременно. Но из Риги доехать до Даугавпилса как-то накладно. И если сейчас наша страна завалена вакцинами,
ну давайте тогда поставим в вакцинационные центры все вакцины, или известим жителей Риги, в каком месте, или жителей Даугавпилса, или жителей Лепая, в каком месте есть все вакцины, и я приду и сделаю свой выбор. Ну да. Да? Угу. Это было бы здорово. И не надо было бы никаких дополнительных там мер или там плат или... То есть вы как врач все-таки считаете, что у людей может быть вот такой пассивный иммунитет, который там после бессимптомного заболевания произошел или при контакте с больными, и прежде чем принимать какое-то решение, например, о вакцинации у человека, у которого есть как бы какие-то такие подозрения, ему лучше все-таки сделать тест на антитела. Если человек переболел ковидом, асимптомные случаи возможны, и они часты, тогда у него есть антитела, которых можно измерить, и я говорю о том, что нужно было бы измерить, и в этом вакцинационном документе, сертификате с этим QR-кодом, надо было бы ввести отдельную строчку дата, для таких больных. Дата и титр антител. Титр антител. Потому что таким образом собираются знания. Мы могли бы собрать знания о себе. То есть это ваша рекомендация Министерству здравоохранения и действующему министру Павлюцу? Ну, господин Павлюц, он сам умный, он, наверное, знает. У нас очень хорошие инфектологи, профессор Уга Думпис и профессор Завадская. Я их очень уважаю, и, может быть... Можно было бы на эту тему, по крайней мере, обсудить. Угу. Хорошо. Сегодня мы обсуждали зеленый коридор в онкологии, упущенные возможности, которые, к сожалению, есть, и которые можно было бы действительно наверстать, какие-то отставания нашей страны во внедрении инновационных лекарств, во внедрении более быстрых процедур доступа больных к помощи врачебной и к лечению, и к новым препаратам, которые могло бы государство финансировать. И даже вот наш сегодняшний собеседник Гонтес Белевич такую тему уже реализовал, когда с помощью вот такой государственной программы была решена проблема гепатита С. Больные, которые получали такое заболевание, они смогли вылечиться полностью. И эта программа продолжается до сих пор? И эта программа продолжается, и регистр действует, в отличие от регистра онкологических больных, которые тоже, к сожалению, как-то перестал работать, а это дает очень важную информацию о том, какое лечение применялось, насколько оно было эффективно, какова продолжительность жизни человека после лечения, какие препараты хорошо работают, какие плохо работают и так далее. То есть это такая комплексная информация, которая позволяет и государству планировать свою работу, и больным больше доверять медицине, да, потому что врач уже может опираться на какую-то серьезную статистику и факты, а не просто эмоции или домыслы или какие-то к другим странам. Можно по этому поводу еще предложение сказать? Буквально одно. Если в таком регистре онкологическом были введены такие графы, как каким лекарством лечили, когда лечили, и какие потом результаты там, в виде анализов и отродность, такие данные о онкологических больных интерес для фармацевтических компаний, и за анонимизированные такие данные можно получить бы огромные деньги. Да. Спасибо. Программа «Подоплёка» сегодня прошла по теме онкологии лечения онкологических больных зеленого коридора со стороны государства. В программе принимал участие врач, экс-министр здравоохранения Гунтес Белевич. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго. До встречи через неделю. Всего доброго. Вы слушаете «Радио Болткома».